В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина слева» Сегодня у нас в гостях Динар Челянов, заведующий отделом областной психиатрической больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о нехватке солнечного света, которую мы ощущаем так остро осенью и зимой. А вообще, как это влияет на организм человека? Ну, вы знаете, и не нужно никому доказывать, что солнечный свет является основополагающим явлением для нашей жизни. И вот когда света становится мало, а это обычно случается э... более таких северных широтах от экватора подальше, мы тоже, в общем-то, где-то в середине находимся, и тоже мы ощущаем уже вот глубокую осени и достаток света. Что происходит с организмом? Ну, во-первых, свет, он стимулирует выработку серотонина. Гормон, который отвечает за настроение. Затем, когда света недостаток, то мелатонин. Гормон, который нам устраивает сон. Его вырабатывается больше. И получается, что вот внутренние ритмы организма, они разогласовываются. Получается, что человек впадает в какую-то такую спячку, работоспособность снижается, настроение снижается, ему кажется все в темном свете, но это вот так называемых легких случаях. Но это называется сезонной депрессией. Вот она начинается где-то с осени, октября там, и продолжается зиму, и где-то ранней весной заканчивается. Вот эти все проблемы снимаются, когда солнца, света становится достаточно. А что делать, чтобы вот этой депрессии избежать? Ну, тут, видите, надо к солнцу стремиться одним словом. Но поскольку солнца у нас мало, так, у кого-то есть возможность, они уезжают в далекие края, где его достаточно. Ну, а мы с вами, мы должны, во-первых, использовать любое свободное время, чтобы побыть на улице. Зимой-то все равно, несмотря на сумрачность, все равно солнце появляется. Значит, надо использовать это время и не только вот именно солнце, но и вообще свет дневной. Поэтому гулять почаще, в обед выходить на улицу. Затем... Вы должны ну, как бы активный образ жизни вести, потому что когда при физических нагрузках, ну я не, могу, не говорю о а максимальных обычных физических нагрузках, удаляется вредный белок, который вот связан с депрессией, человек чувствует лучше, гормоны эндорфиины вырабатываются, которые настроение поднимают. То есть это все противовес депрессии. А вот я читала в интернете, многие пишут, что нужно как-то окружить себя яркими вещами, носить более, яркий, более яркую одежду, это действительно помогает. Ну, это эмоционально помогает как-то. Но когда человек погрушен в депрессию, этого для него очень и очень мало. Но так вот, себя поддержать в обычной жизни, да, яркий цвет стержень, стимулирует какие-то вот эмоциональный отклик положительный. Но если у человека уже развилась настали, настоящая депрессия, пусть сезонная она быть, там даже по симптомам трудно отличить сезонная или она обычная депрессия, потому что там вот три фактора наблюдаются или страдают в структуре организма. Это настроение, у человека нет настроения. И все это должно продолжаться больше двух недель. Если один, два, три дня, это просто хандра. Это бывает. А если уже длительное время и настроение не зависит от внешних причин, оно плохое. У человека самооценка снижена. То, что раньше приносило радость, удовольствие, уже не приносит. Затем познавательная часть его личности тоже плохо концентрируется, сосредотачивается, работоспособность падает, и физическая активность. Ничего не хочется делать совершенно. Вот. Эмоционально, физическое, интеллектуально. Вот это все падает. Но это повод обратиться уже к специалисту. Да. Если это все наблюдается больше двух недель, желательно обратиться. Если да, вы где-то сами себе поможете о том, что мы говорили. Но человек Солнцу же не всегда сознается, правильно? Вот именно, что депрессия она коварна тем, что каждый день по чуть-чуть хуже, хуже, и человек вот если он видит, когда вот резкая граница. Вчера было хорошо, а сегодня плохо, и все, он да. А когда по чуть-чуть, вроде ему кажется, все вроде так, как было вчера. Но тем не менее, вот это состояние, оно его погружает дальше и дальше в вот, вот, негатив. И самому иногда бывает трудно выбраться. Ну а если человек попадает к врачу, то лечит, есть такие вот легкие процедуры, как светотерапия. За границей это очень активно используется. Даже там изобретены такие аппараты, биоскоп швейцарский. Он, правда, дорого стоит, где-то от 30 до 60 тысяч. Он позволяет облучить человека полным спектром света. И ну, глазное яблоко. Когда идет особенно инфракрас, инфракрасная часть спектра, то она активизирует сетчатку, сетчатка обновляется и начинается выработка серотонина. Вот это помогает. Вот, может быть, даже у нас в каких-то поликлиниках есть кабинеты светотерапии, и можно пользоваться этим. Или в домашних случаях, в домашних условиях, кто может этот аппарат заполучить. Ну и дальше нами любимые антидепрессанты. Надо сказать, что современное поколение антидепрессантов, оно совершенно безвредно. Что, это относится к группе антидепрессантов, которые налаживают химизм в нашем организме. Они не дают уходить тем веществам, которые организму необходимо. Ну, в частности, серотонин. Он нужен для настроения, для сна, для многих в общем-то, это нейромедиатор, для многих положительных процессов в организме. И восполняя его выводят из депрессии, никакой зависимости нету. То есть, когда необходимость проходит в нем, люди отказываются легко. И каких-то больших побочек нет, несмотря там, на большой список этих побочек. Но практически ни у кого этого не бывает занятия спортом помогают как то вот в этот период очень конечно занятия спортом обычно всегда помогают но они помогают не только поддержать свое, ну, свой организм в нормальном работоспособном состоянии но они как мы уже говорили депрессии помогают ну, от нее уйти но Нельзя себя заставлять. Когда человек в депрессии, ему ничего не хочется, и надо заниматься теми нагрузками, ну какие доставляют хоть какое-то удовольствие. Иначе, если он будет напрягаться, ему будет еще хуже. И потом надо сказать, что физическая нагрузка, она ведь помогает для сна. И мы говорим, что лучшее время для занятий, это все же где-то 4-6 часов умеренная нагрузка улучшает и сон и вообще общее состояние человека а как надо питаться в это время вот чтобы организму как то лучше ему было ну во первых к сожалению материально мы не можем питаться так как чтобы было лучше но у нас должно присутствовать продукты минералы и витамины ну это овощи фрукты обязательно, которые дают возможность человеку чувствовать себя на уровне. Дело в том, что есть такой витамин Д, который вы все прекрасно знаете, который раньше в детских садах давали, вот я в начале 60-х был, нам рыбий жир давали. Но от рахита, как раньше думали, а сейчас уже пришли к выводу, он оказывается ответственен и за иммунитет, и за настроение. Поэтому недостаток этого витамина, а когда солнца нет, его недостаток, он ведет вот таким депрессивным реакциям. Поэтому надо его восполнить. Сейчас есть витамины не только в виде рыб, жира, сейчас, по-моему, его нет, поскольку нашли как раз вот в этом жире ядохимикат ДТТ, который очень широко применялся. Он в жировую ткань уходил от различных людей, животных, рыб, и оттуда уже не уходит, потому что и уже рыбий жир был, оказывается, отравлен этим ядохимикатом. Поэтому сейчас различные таблетки, но желательно его принимать с витамином К2 и магнием, потому что они работают в комплексе. Но даже если вы просто будете принимать, это очень здорово. Детям нужно обязательно. А взрослым вы можете померить уровень этого витамина в вашем организме. И если он окажется ниже 40, то тогда надо его восполнять. На метеочувствительных людей как влияет недостаток солнца? Да вот с метеочувствительными то людьми как раз вот и проблема, на них все влияет. Но вот в одном из университетов были исследованы 16 тысяч студентов в течение ряда лет. И смотрели, как действует на их здоровье, там влажность, дождь, ветер, ну, в общем, различные климатические факторы. И что оказалось? Оказалось, что когда достаточен солнечный свет, ни один из этих факторов сильно не действует. А вот его отсутствие, вот тогда начинаются проблемы. То есть получается солнечный свет с его голова. То есть надо как-то повнимательнее все-таки относиться к своему здоровью. Это в любом случае. Но слишком внимательно тоже нельзя. Иначе можно так себя залечить. И у некоторых людей, к сожалению, уже какая-то зависимость. Вот они хотят быть очень здоровыми и начинают следовать всему тому, что услышат. Но часто и в интернете сейчас печатаются людьми такая билиберда, понимаете? То надо воды пить там сколько очень много, то, то еще что-то. И если всему это выследовать, то можно подорвать, конечно, организм. Некоторые уверены в этом фанатично. Да, чувство меры все-таки главное. Да, да. Это говорят, как старые даже э, врачи, вот была такая поговорка, что любое вещество может быть лекарством либо ядом. Все зависит от дозы. Любое вещество. Поэтому, да, мы должны все в меру. Ну и вот на этой позитивной ноте мы с вами будем прощаться. В гостях программы «Городские встречи» был Динар Челяну, заведующий отделом областной психиатрической больницы. Спасибо, что пришли. Благодарю вас. А я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город».